Вчера твой отец меня очень удивил. Посмотри, какая тут симпатичная. Я что-то не могу понять технику исполнения. По малой нужде мужчина сходил, вот вам и прекрасный портрет. Ну, получи товар. Ну ты дедал, а? У нас к тебе есть небольшое бизнес-предложение. Чего? Ну должен же быть элементарный стыд. И за какие деньги? И достоинство, в конце концов. Оно мне что, дырки в сапогах залатает? Все, дальше пешком надо идти. В поле. А че сразу не в лес? Художник поле любит, как Есенин. Портрет готов! А где здесь художник? Я художник. Я тоже художник. А ты кто в компании? Я еще пока не решил. Может, генеральная, может, председатель совета директоров. А вы никогда не думали, что талант Сидорова достоин больше? Конечно, достоин. Он же гений. Если честно, я считаю это преступлением. Выставлять картины, нарисованные мочой, в храме искусства. По-твоему, доказ Толиваров – это храм искусств? Ну, за этой ширмой вы работаете, да? А, ну понятно. Ловкость рук. Вас ждет Гугенхайм, уверяю вас. Гуген кто?